Так, Юпитер. 19 июня 2021 год, Харьков. 4:10 по Киеву. Я, по-моему, наловчился наводиться. На Сатурн, наобум. То есть я сейчас, это третий дубль, я наводился на Сатурн, просто представляю примерно где. На утреннем уже светлом небе. Он должен находиться, я его визуально глазами не наблюдаю. Только аппаратура, фотоаппарат позволяет мне увидеть. Заниженная. Настройки светочувствительности 1 378 000 000 км до Сатурна. Это уже вторичное, второй раз так получается. Наводишься в белый свет, как копеечку. Как в копеечку. Но не промазываешь. Вот он наш красавец. Небо дымчатое, очертания, абрис нечеткий. И, господи, Юпитера, Сатурна. Это ветер. Но тем не менее, вот он. А мы пошли. Сейчас это ISO 125, то есть минимальное. Минимально возможно на этом фотоаппарате. Nikon Coolpix 5000. Сейчас посмотрим на Юпитер, который я наблюдаю. Даже без аппаратуры, что неудивительно, он вдвое ближе до него. 675 миллионов километров сейчас. И он крупнее Сатурна. Нет у него, конечно, таких характерных особенностей, очаровательных, как кольца, если не считать экваториальных колец на самом Юпитере. Но зато сейчас, надеюсь, при таком уже свете дневном, увидеть даже при таких настройках светочувствительности Галилеевы спутники. Они сейчас классно, компактно сливают Юпитера. Раз, положено. Ой, как все мутно. Ну, ребят, это... Эта дымка в атмосфере Земли нам мешает. Посмотреть почетче. Тут уже ничего дальше не сделаешь. Ну, это не, но в окуляре я вижу еще все четыре спутника слева. И потом два сразу. Каллисто, Ганимед и завершает парад Европа. Но на экране этого точно не будет видно. Хотя, конечно, смотри, какой экран. О, еще и ветер. Ну, я даже полосы на Юпитере вижу, экваториальные, в окуляр. Может, какой-то экран и позволит увидеть монитор. Да, неплохо. Я неплохо вижу экваториальные кольца Юпитера. Спутнички видны уже очень плохо. Да, видны. Ладушки, это третий был дубль, 4:14 по Киеву, в Харькове.
восхода солнца, восхода луны ждать не будем. Наверное, вечерком, может, снимем луну.